прикиньте, сейчас такой по набережной иду, думаю, что происходит. Дед такой старый, ну, не знаю, ему, наверное, лет там под 70 или 60, 65, может быть, 65 где-то примерно, на скидку я ему дам. И он, прикиньте, отжимается, не просто так отжимается, а ну раз 30, наверное, 40 отжался. В его-то годы это хороший показатель. Видите, оказывается, еще есть такие люди, которые действительно спортом... Ну, в старом возрасте, я думаю, надо действительно заниматься спортом, потому что, ну, сердце все-таки натренируется. Дольше проживете, если вот, например, в старости люди не будут... Я думаю, в старости все немного употребляют алкоголь, а если это они в старости не будут употреблять алкоголь, заниматься спортом, вот как сейчас дед, я его снял, я ставлю это. Если вот не будут, например, алкоголь употреблять в старости, да, там, кому там 50-60 лет, например, будут заниматься спортом, я думаю, так люди и доживают до 100 лет. Просто по чуть-чуть, помаленьку занимаясь спортом, можно реально продлить жизнь, особенно в таком возрасте. Ну, как бы мотивирует дедушка этот. We're playing on the street. Anybody can run like me. The time goes fast. Looking for some fun. Only me and my friends. Everything, it's alright. My skate under my feet. I think I can fly. I can fly. I can fly. I can fly. Короче, уже сегодня, прикиньте, вообще 20, ну не 20, 17 где-то градусов, плюс 17, вообще тепло на улице, вообще браво. Вот я сейчас по набережной гуляю. И раньше, короче, я постоянно играл в компьютерные игры какие-то, мне постоянно, ну, мне даже гулять неохота было постоянно. Я постоянно целыми днями мог в компьютерные игры играть, получается, на компьютере. А потом как-то с возрастом, не знаю, 20 лет или, ну там, 18, может, мне как-то эти компьютерные игры надоели уже. Я забросил их, перестал в них играть, постоянно, короче, гулять теперь мне охоту, куда-то меня постоянно тянет, мне дома постоянно сидеть теперь неохота, постоянно гулять куда-то тянет, на свежий воздух, ну, постоянно не сидеть дома. Например, если у вас есть набережная, ну, без разницы, как грязная, не грязная, там, например, выйти просто погулять, походить, и реально вы можете, вот, например, есть какие-то в жизни проблемы, вы найдете на них решение. Просто погуляете, у вас как бы мозг насыщится кислородом. Там говорят, что мозг работает там на 20%, да, например. Некоторые говорят на 50%, некоторые на 20%. Ну вот вы погуляете, у вас как бы мозг там, голова пройдет, мысли свежие будут, нормальные. Вы там свежим воздухом вдохнете. Особенно сейчас, вот когда тепло настало, лето сейчас, да, получается уже почти... Апрель, сейчас уже май скоро будет. Ну, последние месяцы весны, да? Ой, второй месяц весны, получается. Если вы так вот будете постоянно выходить гулять, вы реально это найдете на некоторые проблемы в вашей жизни. У вас есть проблемы, вы найдете на них решение. Ну и просто погуляете вот таким свежим воздухом, подышите. Здесь такой воздух реально свежий вообще. Не просто такой. Зимой я думал, что самый свежий воздух. Ну, вот здесь вот сейчас вот, особенно когда летом гулять, браво, там травой пахнет, да, например. Так свежий воздух, травой. Ну, сейчас еще пока травы нету. Но сейчас уже все почти растаяло. Речка почти тоже растаяла. И все равно чувствуется, что воздух, он свежий такой, приятный. Даже дышать приятно, так выходить, да. Но здесь, конечно, морского воздуха нету. А морской воздух у нас только на Байкале. Ну, а здесь можно буквально просто погулять, так отдохнуть хорошо. И как бы у тебя здоровье становится лучше. Всем советую гулять побольше. Побольше ходить, гулять. Там видео свои снимайте. Дома поменьше сидите.